Так, дружеский бой. Дрифт. Дрифт в дюнах. Все, заходите. Я на Пайпер. Так, последний человек. Все, все зашли. Кто готов не нажимать в течение 5 секунд? Бан. Андрей пишет, дай слот. Давай. Морти, стоп. Извини. Блять, они не заходят, Андрей. Я пересоздам, Андрей, ради тебя. Давай, ты будешь мой тиммейт. Андрей, заходи быстрее. Есть. Все, мы с Андреем. Так, все, все зашли. Готов. Только не бейте нас с Андреем сразу. Играйте как обычно. Все, Андрей, давай, мы должны показать уровень. Стоп, стоп. Да смотри до конца. Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Ну не вот, ну не в негативном ключе, конечно. Андрей, показываем класс. Дизлайк Андрей кидает. Туда их. Ты гадон ебаный на спайке, блядь. На тебе, блядь. Ой. Проблемки. Проблемки. Пайпер тимится, давай, давай. Дружба. Не бейте нас. Андрей не заходит. Андрей, я не могу. Давай! Андрей, делай его! Молодец. Вот этого, блять. Андрей, живи. Андрей, ты молодец. Ой, бей его. Андрей, не умри. Молодец, Андрюх. Все, мы остались против них. Воюем честно. Блять. Андрей, воюем честно. Ой, блять. Андрей! Ладно, нормально, топ-2. Андрей, мы молодцы. Все, давайте... Две игры, я оффаю, я не могу, блядь, все, мне тяжко существовать. Так, на ком вам показать уровень на броке? Андрей, мы выиграем сейчас? Блядь, я так позорно убили в прошлой игре, мне стыдно. Андрей, давай, мы должны победить. Нажимай готов. Не, поменяй персонажа, блядь. Это мой мейн. Это хуйня, Андрей. Я на нем солю, блядь. Да похуй, я его оставляю, все. Ладно. Не указ. Кто готов, не нажал бан? Раз. Ты сейчас увидишь искусство трушного Брал Старсинга. Я знаю, что ты будешь делать. То есть у тебя разрешено тимиться, значит. Что значит? Я не знаю, они просто это самое. Они бы нас ебали иначе. Да там что за нами все бежали, блядь. Было, да. Не отрицаю. Андрей, бей их. Не могу. Я отдыхаю. Я не знаю, мне идти стримить, не идти. Почему нет? Ну, короче, объясняю. Я что-то посидел, поиграл 2 часа в доту. Так. Я еще сидел в трусах, охуенно, как бы, на компьютере в трусах сидеть. Я такой, падло зеваться, врубать камеру, свет, жарко, чтобы хранить. Спасибо. Блядь, покидай дизлайк, придурок ебаный. На, блядь. О! Ой. Ой, блядь. Ой, проблема. Андрей, нас заебал называют. Этот Зэк Сейбан, ёбаный. Иди на... Блядь. Андрей, мне пизда. Нас все зажали. Ладно, Андрей, можно сыграть не с подписчиками. Мы покажем настоящий уровень. Слушай, что... наконец-то, тут, блядь, нас снайпят. А ты отбил мега-копилку? Да. А я нет. Кого мне взять? Я на 100 буду. А кто? Так. Блядь, как ты нахуй? Я вот уже не понимаю. Вот все. Так, стой, дуо, тогда можно взять что-то типа... Карла. Конечно же, типа Карла. Работаем. Должны выиграть. Ладно, я погнал. Привет. Давай, Макс. Ты все-таки пошел стримить? Да, я думаю, постримить. Хорош, давай. Я сел шоколадку. Ой, и решился, что я способен на это. А где коробки? Не в центре только. Там уже хуярево происходит. Ебать тут, ебать тут.
Я заберу, Андрей. Леон съебался. Вот этого выйдем. На, нахуй. Хорош. Один, вот он. Давай зажимать. Давай. Не улетай, есть. Ага. Я предупреждал. Ты это сказал, когда он уже был в центре полета? Ну как он так накопил без дэмэджа-то, блядь? Ну, она копится без дэмэджа. Само по себе. Где он, нахуй? Ага. Где он? Он, наверное, опять с ультой, да? Подожди, я не понимаю. Он в углу встал? Нет, его вообще нет здесь. А он в кустах? Нет. А, он ушел вроде. Он убежал, да. Точно? Да. 9 банок бежит. Так, тут чел. Сколько? 9, блядь. Окей. Сидим. Ой, что-то не хочется, блядь, сидеть. Хотя нормально, поебальник не получал. Немножечко. Я, кстати, кольта в теории могу заебашить. Я тоже. Чисто так. Приколу. Я умер. На. Я думал, что ему за спину там рывок, а не удалось. Мы в прямом эфире на 1500 челов, блядь. Андрей, мы должны выиграть. Сюда. Блядь, был бы на одного меньше. А чё за пасхалка, блядь? Одного не хватает, блядь. На нахуй. Блядь, Андрей, это чел делай. 11. Блядь. Андрей. Ты ни одну банку не собрал, блядь. Накрутили, скорее всего, да? Если так можно? Давай, ладно, Андрей, надо выиграть. Карл, хуйня. Так, я беру другого персонажа. Возьми я другого беру... персонажа. Кого мне взять? Да кого хочешь. Возьми Эдгара. Котлет. Эдгара, нет, у тебя она седьмая, блядь. У тебя на нем тем более гиперзаряд он есть. Есть тут в чате мейнер Эдгара, пожалуйста. Надо для статистики. Да, вон, смотри. Вылезали. Блядь, пасхалка. Пиздец. Четыре уже? Пять? Да ну нахуй, давай не будет туда лезть. Да, в пизду. Мортису я наебашу, если он... Эй, бля. Блин, гандона. Опа, там братишка. Ой-ой-ой! Фу, 8 блядь. Банок, братишка. Он мне ебаник снес с одного выстрела. Опа. Романа. Романа делаем? Пробуем. Блядь, Роман не подпускает. Вообще не желает. Роман, ну нахуй Романа. Блядь, там у Мортиса в этого ебаната 7. 7 уже? Да пиздец. Роман, Андрей, у меня есть план, смотри. Ну-ка. Иди, Романа. Найс. Андрей, я помогу. Найс. Нормально. Забирай и беги. Ох. О, боже. Отвратительно. Но лучше вниз, там по одному. Хорош. Блять. Уебан меня, блять. Ладно. Пасхалка, блять. Надо до победы. 29 февраля будет концерт ДК в Роблоксе. Так он неофициальный, блядь, я у Дани спросил. Я специально даже узнал. Дрек, 29 февраля будет концерт ДК в Роблоксе ТЭГ. Давай, забираем вот эти три, и все. Можно по съемам. А нижний не хотим? Пока, блядь. Все, мы проебали. Против Пока нет шансов. Кумпу коли око. А давай с подписчиками 5 на 5. Зачем? Не знаю, прикольно. Блин, там Пайпер. Есть попадание. Блин, но не съёбывают. Я могу вскрыть. Их никто не прожимает, самое крутое. Я могу, блядь. Я вскрываю. Опа. Пошла. Там будут жать с двух сторон-то вообще, нет? Да. Жмут.
Делаешь. Двоих делаешь. Все, Андрей. Это победа. На, блядь! Киберспорт, блядь. Оп. На! Есть. Я на мувик, блядь. Ебать, это сейчас красиво было, нахуй. Все, теперь можно офать. С гордостью. Это сильно было.